всегда идут за вожаком, всегда идут за уверенным человеком. Поэтому ты получаешь результат. Это залог успеха. Это фундамент успеха. Это то, с чего ты должен начинать. Первое – это инвестиции в себя. Вот с чего надо начинать любую карьеру. С этого надо начинать путь к успеху. С этого надо начинать любой бизнес. С этого надо начинать любой подъем. С инвестиций в себя. Никогда не откладывайте обучение на потом. Обучение – это самая главная инвестиция в себя. Обратите внимание, что профессионалы всегда готовятся, профессионалы всегда обучаются. Постоянно ищут новую информацию, профессионалы постоянно ищут новые знания, учатся и посещают новые мероприятия, новые конференции, новые семинары. Они постоянно расширяют свой кругозор. Ходите на тренинги, ходите на семинары. Общайтесь с профессионалами, с тренерами напрямую. У каждого из этих тренеров вы что-то возьмете. И, кстати, лучше всего посещать мероприятия лично. Кто-то скажет, я могу сам учиться, я могу заниматься самообразованием, это хорошо. Но когда ты сам учишься, тебе некому подсказать, некому ответить на твой вопрос, некому тебя направить или откорректировать. В самоподготовке ты варишься в собственном соку, и ты можешь застрять в какой-то проблеме, из которой тебя никто не вытащит. Тебе приходится тратить очень много времени, чтобы перелопатить довольно большое количество материала. Когда ты посещаешь живой тренинг, ты перед собой видишь реального бизнес-тренера. Ты перед собой видишь практика, который это все прошел, и он может тебя поправить, он может ответить на твой вопрос, скорректировать твою траекторию. Они сразу дают комментарии, отвечают на твои вопросы. Более того, кто, если не практик, может обучить тебя по-настоящему? Практик, который сам лично прошел этот путь, он сам это знает. Ну, кто еще может тебя научить более эффективно, как достичь своей цели? Это самое эффективное обучение. Сейчас очень большое множество различных мероприятий, различных семинаров и тренингов, которые нужно посещать. Если вы не будете поддерживать свой профессионализм, если вы не будете обучаться и двигаться вперед, то ваши навыки очень быстро устареют. Вы отстанете от жизни и будете неэффективным. Нужно постоянно заниматься своим образованием. Нужно из себя сделать собирательный образ успеха, который будет состоять из различных приемов или из различных моментов, которые ты можешь взять у различных выдающихся людей, которые уже достигли успеха. Очень многие люди не достигают своих жизненных целей только потому, что у них перед глазами никогда не было такого примера. У них не было наставника или учителя, который бы показал новые горизонты в этой жизни. Но этот вопрос поправимый. Общайтесь с успешными людьми, общайтесь со знаменитостями, общайтесь со спортсменами, общайтесь со звездами, общайтесь с бизнесменами, общайтесь с теми людьми, которые достигли успеха в каждой своей области. Общайтесь с людьми, которые больше у вас зарабатывают. Перенимайте их образ мышления. И если ты попадаешь в ситуацию, где ты находишься один, без этого человека, то на подсознательном уровне, волей или неволей, ты начинаешь поступать так, как поступал бы успешный человек. Но если ты начинаешь действовать как успешный человек, то что происходит? Ты получаешь результаты, ты становишься успешным человеком. Общайтесь с успешными людьми, перенимайте опыт, перенимайте их образ мысли, перенимайте их жестикуляцию, перенимайте мимику, смотрите за их поведением, учитесь и приобретайте бесценный опыт у тех людей, которые вокруг вас. Ставьте перед собой цели, контролируйте мысли и двигайтесь, постоянно двигайтесь вперед. Тогда вы будете жить такой жизнью, какой сами захотите.